Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Да, играю 6 лет в игру Last Day on Earth Survival и решил начать заново. А почему, сейчас объясню. Сразу хотел сказать, всех лояльно к этому отнестись и, пожалуйста, написать комментарий, что вы думаете по поводу этого. Написать комментарий — это важно. Также подписывайтесь на канал, лайкайте, это тоже не менее важно. Так, у меня здесь какой-то прогресс сохранен, но в принципе здесь будет полностью новичок. Зачем я это делаю? Для того, чтобы узнать вот этот вот путь выжившего. Представьте себе, 6 лет игры, и у меня приходят такие вопросы, которые вообще не знаю, как ответить. У нас, осмотреть, пикап, вот такую вот тему предлагает игра, но мы, ребят, должны научиться ходить, как вы видите, нам тут все рассказывать. И персонаж сразу же начинает как-то по-другому первые секунды игры. Обыщите пикап, то есть здесь очень круто все, и у нас сразу есть бита, а не тесак и какой-то сет. Сет, кстати, присутствует персонажа сразу же. БНТ, наши лучшие кенты, режим стелса, все это мы знаем. Кстати, подарочки за вход тоже сразу же залетают к нам в инвентарь. Если мы будем, ребят, лайкать, то видосик будет выходить часто. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим роликом в соцсетях. Нажмите «Поделиться». И я думаю, что это будет просто круто. Сегодня новичок начинает новую жизнь. Собираем все. Это самое главное правило. Сразу же собрать ягоды. Какие-то новые задания для новичков. Съесть ягоды. Говорит, давай съедим ягоды. Соберем ягоды. Миссии завершены. Зачем я это делаю? Потому что вот оно. Много вопросов приходят. А я вот там, например, Железный воин, и там на таком задании не знаю, что делать. А кто-то в экспедиции застрял. А кто-то не знает, как там делать что-то с поддержкой с воздуха. Я хочу это все пройти вместе с вами. И, естественно, попробовать не знать, как я буду отвечать на все эти вопросы. Даже забрать, говорят, воду по 10. Нифига себе, нормально так сыпануло. Я думаю, что мы сейчас видим и зомби, который поднимается. То есть режим стелса на него никак не будет канать. Ну и намного больше базу, которая теперь расширилась и выглядит совсем по-другому. Прикольно, да? То есть у нас есть много чего. Осмотреть сундук. Короче, нам игра максимально разжевывает все, что нам нужно. Если честно, я лучше сделаю вот так вот, потому что бинты мне в будущем понадобятся намного больше, чем все остальное. В авторежиме ваш персонаж лутает все подряд, и это точно. Итак, сразу хочу сказать, следуйте только тому, что подсказывает игра, потому что есть маленькие недочеты, которые могут очень сильно испортить вам всю игру. Потому что я знаю, один из подписчиков написал: Михалыч, я сразу кирку скрафтил и там, например, начал фармить вот это все. И потом, когда пришло задание, соберите там, добудьте там с помощью кирки. Но, по-моему, сейчас недоступно. То есть даже не светится, чтобы добывать. То есть получается, пока это отключили для тех ребят, которые спешат выживать. Спешат жить, выживать. Короче, первый уровень получил я. Вы знаете, что сейчас можно и обновить это. Но я думаю, что неплохо будет, например, медика себе взять с первых минут игры. Ну и теперь мы точно знаем, что нам хватает ресурсов на какие. Срубить деревья. Очень разжевывает. Это, я так понимаю, для такой вот аудитории, которая никак не могла разобраться в игре. И для которых то, как было создано Last Day раньше, было сложно вообще что-то делать. Собрать, да, вот это вот очень важно. Собрать, то есть смотрите, если бы я собрал вот эту стену раньше, ну, зная, играя в эту игру раньше, и зная, что эти обломки нужно собирать, потому что ты получаешь ресурсы с этого всего, то я бы как минимум, ребят, уже сейчас не смог бы выполнить это задание. Да. Построить деревянный пол, нас учат строить, то есть мы сразу же знаем. Так, дальше построить стены. Мы знаем, что стены тоже мы умеем строить. Но если честно, почему-то хочется, чтобы в мою базу и войти можно было бы. Стены. А, ну там вон дверь есть, поэтому все нормально, чики-бомбони, нормально, нереально.
Построить маленькие ящики. Можно ли строить маленькие ящики? Недоступно, потому что у меня просто-напросто не хватает левела. Левела. Но, по-моему, сейчас должно хватать. Нет, нам нужен что? Недоступно, почему? Ничего не понятно, но очень интересно. Построить ящик. Вот уже я в тупике. Поэтому заходим сюда. Кстати, а здесь доступно, что ли? Ни хрена себе, вы видели? В крафте. Вот где собака порылась. Вообще, если честно, если бы не подсвечивалось, я даже и не понял бы, как крафтить. То есть, вот этот ящик здесь недоступен. А там доступен, прикинь. Да, запираем. Да, смотрим на почту. Я так понимаю, что нужно забрать какие-то резцы. То есть, тут... 100%. Тут заставляют тебя забрать интересы, создать кирку, добыть из весна залежи. Вот, про это я говорил. И как вы видите, что тут уже с этой стороны можно крафтить. Это даже как-то жестко выглядит. Итак, залежи из весняк нас не отпускает игра вообще никак с локации. То есть получается, что сложнейшим образом все происходит. Забираем все, вы знаете. Пока олень я не спешу сливать. И, по-моему, сейчас нужно зайти в настройки, потому что здесь нужно вот высок, а здесь убрать музыку, а здесь включить 60 FPS. Кстати, это поможет. Если у вас этой темы нету, то важно включить твое положение в правом углу. Нажимаешь, удерживаешь, долго удерживаешь, 10 секунд. И теперь игра намного-намного плавнее, ярче и красивее. Ну и музыку я выключаю, не знаю, может быть, вам нравится. Боже, это самолет. Наверное, никто не слышал, как падает самолет. Ну да, очень мало, наверное, людей слышал. Тут плохое. Короче, ребят, самолет где-то рухнул, и мне уже пора туда идти. Нужно немного известняка, я поехал. Но мне кажется, что с большим грохотом просто упадет, если я... Я тоже не слышал, да? Пускай будет так, что я не слышал. И с большим грохотом падают самолеты. Земля трясется, как минимум, бабах очень сильный. Ну и я думаю, что сейчас мы также насладимся прямо в первом видосе тем, что нам игра приготовила. Также измененный самолет. Олень, ты шо? Олень? Ты шо, олень или что? Короче, вы видели, что олень залетел прямо к нам на базу. Новый уровень дается просто так. Давайте попробуем обновить. Посмотрим, что вообще возможно. Ну, то есть, понятно, что возможно. Возможно получить здесь. То есть, вы знаете, если обновлять вот эти навыки, то шанс, вот, ну, шанс встретить верного какого там взломщика, например, да, взломщика N. Если же ты будешь каждый раз обновлять, когда взломщика нету, то ты увеличиваешь это количество, это значение в два раза. То есть n в второй степени, да? Ну, то есть где-то так, что-то поумничал. Ладно, я думаю, что давайте обновим, посмотрим рекламу. Это для вас за секунду пройдет. Итак, ребят, сразу же хотелось сказать, что поменялось в более приятную сторону. Ты можешь обновлять каждый раз в два раза больше, получать за это шансов каких-то приятных вещей получить. Сразу говорю, что имея небольшой опыт в прохождении, я бы все прямо ставил на базе. Прямо если честно, я бы даже вот, наверное, догола. То есть, имея опыт игры, даже догола бы разделся. Это первые лайфхаки, которые помогут. Надеюсь, что меня там не сольют. Единственное, что я возьму с собой, это, наверное, банки с едой. Они помогут мне там разобраться. Выжить, и я думаю, что это важно. Вылетаем на глобальную карту. Вы слышали, как пролетел самолет. Вы слышали, что он где-то рухнул. И вот что больше всего поражает. Это абсолютно новейшая тема. То есть, вы сами понимаете, абсолютно новый обновленный новичок. Там прорисовано все красиво, интересно, симпатично. Да, тут и транспортный хаб. И может быть и там и бункер вон какой-то выглядывает. И все-все то, что доктор приписал, пока, кстати, пригорода не дорисовали. Наверное, рисовали эту тему еще тогда, когда
даже в планах пригорода не было. Ну, то есть, выбор очевиден, мы залетаем в место крушения, обратите внимание на состояние вашего оружия. Оно может сломаться в самый неподходящий момент. Я не зря здесь голый, несмотря на то, что ты, если боишься за там что-то, то обязательно не иди сюда голым, но я, в принципе, голый голехенек пришел сюда, зная, что здесь понадобится каждая ячейка нашего инвентаря. Так как наш персонаж называется Бухалк, я буду постоянно употреблять все, что попадается нам где-то здесь. И я знаю, что это будет наша фишечка красивенькая, интересненькая. Можно отпраздновать баночкой пивасик. Пивасик хорошо. Залетаем дальше. Зомби. Искусственное дыхание делает. То есть, все-таки пытается что-то там сделать. Реанимировать пацана. Если честно, то сражение с зомби достаточно выглядит. Ну, кулачные бои не особо там я приветствую. Но тоже есть такое. Не могу поверить, то, что мы смогли поднять эту тушу в воздух. Теперь улетим с этого проклятого места. Жить в лесу вместе с рыдающей тварью невыносимо. Генри сказал, что он опытный пилот. Проблема с перелетом быть не должно. Проблем с перелетом... Ну, короче, он опытный пилот. Видно, вот особенно вот по вот этим последним случившимся каким-то обстоятельствам. Я вам скажу, что... Пилот, он достаточно опытный. Забираем. Некоторые ресурсы находятся на простых локациях очень легко. Если честно, я бы, например, переселился бы. Рыдающая тварь какая-то. Это что такое? Я не знаю, там он про... ладно, не буду говорить про тещу ничего. А мы просто продолжаем. Вот здесь тоже у нас есть. Вот, я услышал лай щенка. Где-то придет щеночек. Так, щеночек. Тут пацаны вообще ребята сразу. Монтировочка. Хотя, мне кажется, монтировку лучше было бы сохранить. А вот вбитой бы раскидать этих зомби. Так, у меня уже очень... Какой хороший, заберу его, будет охранять дом. Та-да, поверь. Тебе нужно еще с полгода попыхтеть, чтобы верного друга добыть. Ты еще не знаешь, что... мы уже знаем, что и как дальше происходит. Хотя, может быть, и правда, вот этот вот дядька Собакевич будет верным другом когда-то. Это ж мы тоже не знаем. Собираем ящики, которые вообще везде здесь разбросаны. Я думаю, что каждый из вас знает, что это такое, с чем это едят. Совсем абсолютно новый новичок. Выглядит шикарно, интересно. Я думаю, что некоторые моменты в игре приятно изменились, и это очень и очень таки круто. Вот, если бы я не оставил дома броню, например, оружие, все остальное, что хотел, так получать опыта больше, то есть меня больше, чем устраивает эта тема, поэтому я вот так вот делаю, то я вам скажу, что у меня уже бы не хватило инвентаря для того, чтобы забрать все. Так, что хотел сказать отдельно. Я бы сказал только одно. Если я играю во что-то, я принимаю опыт от всего, что я увидел. И я увидел, как выживает Арам. Он просто собирает все. Он локацию превращает в нечто. Он просто локацию перелопатит, вырубит все деревья. Сделает топово. Ну, я, то есть, так же хочу. Но, наверное, пока что... Итак, что нам менее редко или более редко? По-моему, тут уже все, вернуться домой с щенком. То есть вот так вот меня игра уже все. То есть говорит, здесь тебе все. Если возвращаться сюда, то только за золотыми слитками 6 веревок. Попробую еще раз периметр обсмотреть. Может быть, где что-то не увидел. Ящиков однозначно на измененном самолете меньше. В разы меньше. Но выглядит... Ту-2 БВЗ. Короче, очень интересно. Но я думаю, что все, что здесь было, я обсмотрел, забрал. Если ты пришел сюда голым персонажем, ну, то есть с легкостью заберешь все. Даже больше. Получается, что можно валить на все четыре стороны. Как только. Это что, крыло типа? А, это камень. Гора. Мы уходим. То есть сейчас нас
нашего персонажа зовут домой щенком. Я так понимаю, что следующее, что можно, это будет вольер. Посмотрим, что я здесь вообще увидел. Какого-то Бенни мне банки пустые прилетели. Пустые прям баночки, музыкальные пластинки и все, что с этим едят. Дальше, что мы имеем? Путь выжившего, строительство дома, Собакевич. Я думаю, что вот эта вся тема, которая здесь есть, это достаточно интересно. Я уже перехожу на верный друг. Дальше будет мощный выстрел и все такое. Но пока что только так. Мы выходим домой, посмотрим, что нам вообще игра предложит. Валюта у меня в большой скидке. В принципе, железный дом в скидке. В принципе, я покупать пока что ничего не буду. Но, может быть, сделаю отдельный видос. А что все-таки купить выгоднее всего в нашей игре? То есть, если что купить лучше, выгоднее. Как, ну, лучше, где тратить минимальные суммы, но получать максимальные награды. Это точно. Итак, быстрый шаг. Я всегда хотел одно очень посмотреть. Если мне выпала синька первая, то есть быстрый шаг. Но я хочу это обменять, обновить. Посмотрим, выпадет ли синька еще раз, когда я нажму обновить. Ничего. То есть я синьку просто сбросил и все. Но шанс получить более редкую добычу при обыске сундуков, я думаю, что тема будет очень таки кстати. Поставить вольер. Получается, что вольерчик ставится на тех ресурсах. Мы выезжаем на характере тех ресурсов, которые были. В принципе, давайте не будем менять там место дислокации. Куда предложили, туда и поставили. И осмотреть вольер сразу. Говорят нам, типа, может быть, нам даже ресурсов хватит, чтобы его, ну, как минимум собрать. Так, понимаю, что некоторых ресурсов не хватает. И теперь я понял, зачем нам пустые банки дали для того, чтобы заполнить вольер. Теперь нам болты, доски нужны и два простых ящичка. Это уже все перерастает в что-то большое. Выживание началось. То есть мы теперь выживаем с вами очень круто. И много чего зависит от того, насколько быстро мы с вами что-то будем делать. Доски и болты. Посмотрим на почту. Я думаю, что досок нету, но болты есть. Я думаю, что также каждый сейчас догадался, что можно сделать в игре, чтобы вообще доски получить, болты и все остальное. Да, некоторые вообще не сторонники максимального вот такого вот разбора базы. Но вы знаете, что есть тайные зомби, которые также придут на вашу базу. Они тоже не оставят вас в покое. Они тоже, в принципе, смотрите, что можно сделать. Досочки, в принципе, строятся. То есть первый левел новостены. Если вы не знали, то тайные зомби валяют и первого левела, и второго левела стены. Поэтому лучше их разобрать, а потом, естественно... Так, подожди. Я, прикинь, разобрал стену, у меня было максимально. Сейчас я сделал большую ошибку, на которой мы должны поучиться. Я имел полный инвентарь ресурсов, и я разобрал стенку. Что получилось? Получилось очень бредово, потому что ресурсы просто улетучились. Вот, смотрите, собирается при разборке. Ну, а мои ресурсы просто улетели, потому, ребят, был полный инвентарь. За этим нужно следить, и я хотел бы сказать, что нужно это делать достаточно осторожно. Разбирая базу, ты получаешь ресурсы. А эти ресурсы — это важная тема, и за этим следить тоже нужно обязательно. Заполняем вольер. В принципе, достается только два ящика. Я думаю, что тех... того растительного волокна, который есть у нас на базе, хватит достаточно, чтобы скрафтить эти вот наши ящички. Ящички, два штуки, крафтятся достаточно легко. Все ресурсы под ногами, это важно. Еще один. И теперь мы завершаем еще один. Так, добыть залежу из этого. Все.
Отлично, симпатично. И теперь наш щенок, в принципе, будет валить. Не шутя себе, еще и белый Снуп. Ха-ха, Снуп Доги Дог. Да, добыть залежу из руды. Так, короче, руду из залежей. Обязательно сейчас сделаем еще эту красоту, так как у меня имеется где-то кирочка. Обязательно кирка. И теперь где-то здесь у нас есть обязательно рудишка. Монтировка, любимое мое оружие, вот. Про сражение ну, в начале выживания очень люблю я как минимум монтировку, потому что это быстрое, скоростное, уронистое оружие, наносит хороший урон и достаточно быстро. Плотницкий, говорят, стол постройте, и теперь опять нам нужны доски. Доски, вернее, бревна. Бревна можно найти на полу, либо рубить деревья, это мы уже знаем, ну, даже гадалки не ходили. И я вам скажу одно, что достаточно ностальгийно вот это все проходить. И даже, если честно, первый видос не хочется заканчивать. Но что хотелось бы сказать только одно, что всему хорошему когда-то приходит конец. И я, наверное, вот поставлю вот этот вот плотницкий стул где-то у себя на базе. И мы обязательно встретимся уже в следующем видео. Я надеюсь, что вам вообще нравятся подобные ролики, и вы зацененно поставите лайк. Стол, бревна в стол, которых нету, поэтому, ну, давайте как минимум сейчас срубим. Тут уже сама игра нам говорит о том, что нужно поставить бревна. И я думаю, что о лайфхаке, который помогает нам добывать бревна в большом количестве, особо не заморачиваясь, особенный какой-то ресурс искать. Я говорю практически в каждой серии выживания. Ну, то есть получается, что давайте побольше бревен лупанем и все положим, ну, конечно же, в станок, чтобы у нас были доски в будущем, чтобы в следующий раз мы уже зашли, и у нас было все чики-бомбони. Так, я только что увидел то, что у меня появилось. Появилась у меня вот такая вот сладенькая катана. Есть события, все события доступны с какого-то определенного левела. Но самое главное, что сезон дал нам катану, а катана — это нереально круто. Сколько у меня бревен? 19, я думаю, 9, ладно, 20 бревно сделаем, чтобы было уже все хорошо. То есть максимально, что можно вложить в плотницкий стол, это 20 бревен, и мы это сделали. 4 минуты, одно и, как говорится, еще один левел. Больше ХП никогда не помешает. Итак, ребят, пока что. Всем пока. Это первая серия «Выживаем» на аккаунте Бухалка. И надеюсь, вам это понравится. Всем удачи, пока. Увидимся в следующих видео.